Эй, народ, с вами Федор Комикс, и каждому герою моих мультиков нужен голос. Чтобы сделать какую-то анимацию, я сначала пишу сценарий, потом отправляю сценарий актерам озвучки. Помните видео «Актер озвучки Федор Комикс»? Так вот, я решил сделать вторую часть. В первой части, если вы не видели, перейдите по ссылке на экране. Я показал актера озвучку вживую, их эмоции во время того, как они озвучивают известных персонажей вроде Психа, Дока и прочих знакомых вам героев моих мультфильмов. В этой части будет еще больше озвучки, надеюсь, вам понравится. Без этих людей не было бы харизматичных персонажей с отличным голосом. Предлагаю к просмотру. Всем привет, я не Федор Комикс. Нет, я с канала Тейлсвич. Эх, вот раньше на Ютубе были реально годные вирусники. Не то что... Вы думаете, я отсюда читаю? Это просто открыточка с котиками. Будем орать тут, потому что соседи уже смирились вот здесь, а там еще не очень. Спайк! I love you! На самом деле нет, но... Знаете, от кого эти открыточки? От принцессы Селестии! Да заткнись ты уже! Это башмачок. Спасти принцессу! Серия 1! Салем, я Сетки Зет. А я Мелоди Наут, и мы озвучиваем парочку анимационных роликов для Федора Комикса. А ведь раньше он был простым танцором диско, но судьба так распорядилась, что он теперь стал аниматором. Что ты наделал? Ты обидел моего парня, а ведь он так старался! Ну-ну, не плачь, милый! Привет, Рикардо! Ты же не против, если я тут порисую? О, Диппер, я, честно говоря, давно уже... Нет, как-то не алё. Я просто не помню её голос сейчас. О, Диппер, я, честно сказать, уже давно как... Я кандидат на трифового короля Курамаку. И по моим подсчетам, этот видеоролик сможет получить свыше... 6847 одобрительных оценок. Также я являюсь кандидаткой на роль одной из самых милых и прекрасных клонов из 13 карт. Червовой дамы Эллен. Заходите ко мне в гости, накормлю вас вкусняшками. Привет вам всем из Новосибирска. И спасибо Клео Чан за съемку. Приветствую подписчиков канала Федор Комикс. Меня зовут Александр. И я у Федора озвучил несколько ролей. Первая роль у меня была Человек-сиквел. Видишь ли, моя суперсила состоит в том, чтобы появиться под конец этого фильма и сказать «Я отомщу! Вот увидите!» Чтобы намекнуть зрителям, что будет сиквел. Вторая роль. Рикардо. Чарли! Чарли! Сюда идет полиция! Не знаю, как они меня нашли, но они уже рядом! На этом все, с вами был Федор Комикс, спасибо за то, что посмотрели это необычное для моего канала видео, хотя подобное уже было. Я надеюсь, что продолжу радовать вас интересными и нестандартными проектами, выходящими за рамки обычных летсплеев или бьюти-блогов, которыми кишит YouTube. Спасибо за просмотр, пока!